Уже завтра пройдет всероссийская акция «Зеленая Россия» и экологопатриотический проект «Лес Победы». Основная цель проведения этих мероприятий – привлечь горожан к решению проблем состояния окружающей среды, а также убрать мусор, улучшив экологическое благополучие города. Мэр областного центра призывает неравнодушных жителей города принять участие в субботнике. Уважаемые магаданцы, с 2013 года проходит всероссийская акция «Зеленая Россия», которая направлена на то, чтобы наши города, наши населенные пункты, наши дворы стали чище, ухоженнее, чтобы мы чувствовали себя там действительно настоящими хозяевами, должны поучаствовать в том субботнике, который организовывает мэрия города Магадана завтра. Поэтому прошу вас всех объединиться подъездами, квартирами, дворами, предприятиями, организациями, выйти на улицы города, убрать его от мусора, потому что у нас впереди с вами большая, длинная зима, и только весной мы придем с вами на весеннюю нашу акцию «Месячник чистоты», а сейчас в зиму нужно уйти чистыми, ухоженными улицами и дворами. Поэтому жду вас всех.